Друзья, всех категорически приветствую, добро пожаловать в Roblox 2-плеер Super Hero Tycoon. Так, хочу быстрее занять место. Iron Man, Ant-Man, Thanos, Spider-Man, Deadpool, Mr. Incredible. Так, кого бы взять? Ай-яй-яй-яй, давайте возьмем Iron Man. Железного человека, да? Могу я туда пройти? Пока никто не взял. Эй, товарищ, только не бери. Так. Опа. Есть. Все, так, basic dropper. Так. А, что, у нас обучение, что ли? Не, нам обучение не надо. Это нам ничего не надо. Так. Что, покупаем за ноль? Бум. Где наш дроппер? Вау, нифига себе, как тут все строится. Йоу. Это что они такое сделали? Какая-то анимация, что ли? Первый раз такое вижу, да это ж просто супер, это просто бомбически. Вы видели, какая анимация была? Во-во-во, что-то все завертелось, закрутилось, и он здесь построился. Так, дайте железному человеку все построить. Так, это у нас спаун. У нас деньги сразу копятся, что ли? А, нам даже собирать не надо. Хм, прикольно. Так, это зарабакса, это тоже апгрейд зарабакса, это нам не интересно. Вот, Iron Dropper, короче, железный человек дроппер. А что он делает? Почему он не хотя бы какие-нибудь маски бы железного человека высиживал? Так, нифига себе, у нас тут у кого-то, у товарища, уже второй этаж построен. А мы можем делать лазерган? Конечно, можем, да? Смотрите, у нас есть пушка. Ну-ка, кого-нибудь завалим, может попробуем? Нет, давайте мы сначала построим вот эту штуку. Так, а кто у нас здесь есть? Пойдем-ка мы повоюем, я хочу повоевать. Вот тут летает. У нас типа рельсы, это риалганер. Бенчик. А, кого снести. Так, 160, нет, нам нужно апнуть. Нам нужно построить еще один дроппер. Дроппер-поппер. За 150. Бум. Я следующий за 300. Нифига себе, опять анимация. Вы видели? Анимация. Блин, это клево. Это клево, что они сделали здесь анимацию. Интересно, теперь это будет во всех тайкунах, либо только в этом. О, лазерная винтовка есть. И еще такая штука. Вау. Можно мы пока не здесь пошалим? Тоже как рельса, да? Стреляет редко, но нет, наверное. О, и это какая-то электрическая. Во, там кого-то вижу. О, там кто-то бегает. Ну-ка, товарищ. Ну-ка, сейчас попробуем с этой пикалетчика. Где он? Вон, на том этаже кто-то. Бум. Не попал. О, кто-то бегает. Бум. Попал? Не знаю. О, еще кто-то бежит. Кого-то подстрелил. Но это не точно. Это Танос. О, подстрелил точно. И... Есть, кого-то подстрелил. А, девчуля. Надеюсь, она не моя. А, патроны кончились. Нет, патроны не кончились. А, прыгает. Бум. Ай, больно. Она сейчас меня запрыгает. Нет, я в домике. Меня тут нет. Все, меня зарубили. Капец. Меня зарубили. Вон он, я валяюсь. Капец. Нет, его зарубили. А, потому что он прошел через эти штучки, да? Штучки-дрючки прошел. Так. О, что такое? Next, create, wheel, drop, in. Через 6 минут что-то там упадет, короче. Что-то упадет. Так, 900, 300. Ну-ка, анимация, где анимация? Вау. Бенчик. Блин, круто сделано. Просто бомбически, да? Ставьте лайк, кому нравится эта анимация. Быстро лайкосик, кому нравится эта анимация. Мне она нравится очень сильно. Раньше просто появлялась и все. А теперь появилась анимашка. Так, 1000 хватает? Нет, 1000 не хватает. Нужно мега дроппер, теперь хватает. Бум. А, этот, смотрите, теперь еще кнопки подсвечиваются. То есть она светится зеленым. А когда я смогу ее купить... А, точнее нет, она светится красным. А когда я смогу купить, будет светиться зеленым. Прикольно. Все, так. Это выкакивает красные, желтые. Это желтые, это тоже красные. Все, пускай у нас эти рождаются наши элементики, айроны. Мы же железный человек, да? Так, я могу же взять опять пойти. Так, я возьму эту пушку. Сейчас пойдем кого-нибудь подстрелим мы. Че это мы такие? Так, это что такое у нас? Стена. 20 тысяч. У меня нет таких денег, даже не смотри на меня. Раз, два, так. Ну че? Рыба-карась, игра началась. Наверху кто-то стоит. Нет, это дроппер стоит. Дроппер разломали какой-то. Так, кто-нибудь кого-нибудь видит? Он тут наверху стоит. Бенчик. Попал, нет? Ой.
Опять кто-то пришел на меня. Все, я им отомстил. Помер, кто-то помер. Тихо. Вон еще кто-то стоит. Нифига себе, он летает, у него ковер самолет. Тихо, аккуратно. Антмен, это человек, муравей. Муравей, ага, я иду тебя топтать. А интересно, о, нифига себе, анимация, подожди, я тебя не бью. Нифига себе, теперь все анимируется здесь. Обалдешки. Ай-яй-яй-яй, все, я убегаю, не надо меня бить, не надо бить. Ой, я его завалил. Ничего одного. Так, я смогу перепрыгнуть? Смогу. Оп. Извините меня, товарищи, простите. Я больше не буду. Простите. Ладно. Ой, я хотел улыбочку поставить, получился доллар. А доллар почему? Потому что мы можем купить... Какой там у нас... не вижу. Криптонит дроппер. Дроппер, который будет производить криптонит. Бум. Ну-ка, собирайся. Анимашка, офигешка, вообще, клево сделана анимация, я просто тащусь, это было супер. Weapon Room стоит 500, есть деньги? Конечно есть, давайте купим. Weapon Room, и что теперь могу купить? Основное оружие. А, ну зачем я это купил? То же самое, что вот здесь. Ладно, давайте это все возьмем. Товарищ, кто со мной играет? Построй, пожалуйста, здесь что-нибудь побольше, у тебя денег много, я знаю. Я здесь пока еще нубасил. Так, тихо. Аккуратно. Ага, я вижу, мы играем с Нелло. Да? Так. Мистер Инкредибл, Антмен, Спайдермен, Танос, Дэдпул. Фу. Пошли валить кого-нибудь, товарищи. Вот он мой... тихо, не трожь моего друга, тебе говорят. Все, я отомстил. Вон, сверху попцом. О, у него тапки отвалились. Тапки с него спали. Обалдеть. Я его застрелил так, что он тапки потерял свои. Нифига себе. Раз, два, три, четыре. Четыре этажа. А у меня... А я там пока вообще бичара. У меня ничего нет. Надо срочно там что-то достроить. Нужно срочно что-то достроить. Так, я здесь могу что-то еще апгрейдить? Так. Эй, а что я ничего не могу здесь апгрейдить? Так, стены. 100. Вау, смотрите, стены как строятся. Вух. Быстренько тогда. Круто. Ну-ка, стены номер один за 350. Появись. Юх. Появились. Обалдешки. Как мне это нравится. Апгрейд стены за 700. Появись. Хлобысь. Вух. Прикольно. Так, а что здесь? Наверное, все-таки мне надо оружие поставить. Опять кверху попцом. Бенчик тебе, попец. За 2000 возьмем ее. Возьмем, потому что мне не нравится то, что не появляется еще. Мне второй этаж нужен. Срочно второй этаж. О, это что такое? Это что за перчатка? Вау! Я же железный человек. Я могу лететь. Ну-ка, полетели. Воу-воу-воу-воу. Ну-ка, наверх. Смотрите, я летаю. И у меня кончается энергия. Круто. Ладно. Так, мне нужно достроить здесь все. Мне нужно быстрее второй этаж. Второй этаж. Бум. Стены. И второй этаж. Бум. Ну-ка. Нифига себе. Плиты перекрытия. Смотрите, как они ложатся. Плиты перекрытия. Так. 3200. Нам нужно 3200 на этот. Ай-яй-яй-яй. Нет. Не успел, он меня забодал. Ну ладно. Смотрите сейчас, что мы с ним сделаем. Так. Где у нас винтовка? Быстро. Винтовка быстро, где он? Ты куда убежал? Где он спрятался? Ать! Не успеваю его подстрелить. Не, лучше той. Мне нравится электрическая винтовка. Ладно, не будем отвлекаться. А что у нас такое будет через минуту? Я не знаю. Честное слово, я пока еще не знаю. Так, нам нужно накопить денег на... Так, вот, отлично. Как раз, чтобы туда... У нас свой тим. Ладно, давайте маленько пофармим. Я это возьму и маленько пофармлю. Так, я маленько пофармил. Что мы можем взять теперь? Нам нужно на вторую эту, на второй этаж. Вот это лестница 3200. Покупаем ее. Воу-воу-воу, клево. Оп. Такая у нас теперь получилась широкая лестница. Так, а где у нас теперь здесь быстро дропперов еще поставить? Вот второй конвейер. 8000 стоит. И что я здесь я фармил?
Фармил я так, что даже ничего не нафармил. Мне нужно еще 2000. Ладно. Так, я хотел взять у него пушку. Раз, два. Это пушка. Ой, слышу, там кто-то уже воюет. Ну-ка, где они? Здесь нет. А, нифига себе, я прошел через барьер свой же. Ну, точнее, через своего соседа и тоже развалился. Оказывается, я не могу проходить, да, через него. А, то есть, смотрите, меня два. Ой, я такой маленький там прибежал. Как он такой маленький? О, прикольно. Ха-ха, клево. Такой мелкий. Так, ладно, что я хотел? Ой, мамочка, что я купил? А, я освещение купил. Ну, это неплохо. Так, ладно, берем эту перчатку. А, берем нашу пушку. Пойдем пока повоюем. Нам пока все равно надо фармить. Я что-то думал, я много нафармил. Оказывается, тут цены-то дикарские. Мы не успеем, наверное, за первый раз. Вот, это у нас НПКшник? Или не НПКшник? Он за кого играет-то? Так, тихо, это наш. Вон они летают, воюют. Ну-ка, сейчас всех нахлобучу. Ай-яй-яй-яй. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что это такое, а, интересно? Он меня сейчас убьет. Ха. Он пишет, типа, там не надо драться. Короче, мы дрались, и он нас... А, меня точнее убил. Так, 8000 накопил, пошлите, возьмем второй конвейер. Опа-на. Так, главное ничего лишнего не взять. Secondary weapon, это не надо нам. Опа, конвейер есть. А чё толку-то, конвейер-то у нас есть. Клёво, как он приземляется, обалдеть. Конвейер есть. А, мы даже сюда вниз не падаем. А дроппера-то нету. Дроппер сколько стоит? Дроппер стоит 10000. Обалдеть. Ладно, друзья, давайте, наверное, я пофармлю это. Побольше денег скоплю. Но продолжение уже будет в следующей серии. На этом мы первую серию закончим. Здесь такое было введение. Если вам потом будет интересно, я пофармлю. И мы здесь продолжим развиваться. Построим побольше этажей и так далее. Меня опять убили. Прикольный тайкун, мне понравился. Я не знаю, это они теперь ввели во всех тайкунах, как будет анимация, либо только в этом. Но мне понравилось, прикольно. Еще тут есть всякое различное оружие. Давайте попробуем напоследок еще полетать маленько. Ну-ка, я могу кого-нибудь убить? Нет, с помощью этой штуки. Эй, меня так быстро что ли убили? Эй, так, короче, я сейчас пойду со второго этажа полечу. Да? Нам все равно пока надо фармить. Так, куда сел? Хорош, садиться, нам надо развиваться. Вау, полетели. Прикольно. Сейчас кому-нибудь коп сюда. Я могу чужое оружие взять? Нифига себе, я еще и пружины взял. Не-не-не, я полетел. Нет, меня тут нету. Ой, я хочу туда наверх. Я сейчас лечу, попробую наверх. Смогу, нет, наверх долететь. Ой, тут что такое еще? Какие-то мечи прикольные. Ай, меня быстро опять застреляли, я не успел взять меч. Все, друзья, на этом я первую серию закончу, потом пофармлю и мы продолжим. Все, друзья, всем спасибо за просмотр, увидимся на просторах Roblox. Пока-пока.